Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, это Корм Патруль. Сегодня ощупаем серу Випогран. Корм-легенда. Корм, на который возлагают надежды, который всегда советуют. И мы сегодня проверим, так ли он хорош. Итак, на упаковке так и написано. Популярный основной корм, состоящий из мягких гранул, произведенных путем бережной обработки сырья. Предназначен для всех видов рыб, главным образом кормящихся в средних слоях воды. Тщательно подобранные ингредиенты корма с пребиотическим действием способствуют здоровью и жизнестойкости рыб. Благодаря мягкой, эластичной структуре частиц этот вкусный сбалансированный корм также подходит для рыб с очень маленьким ртом и узкой глоткой. Этот момент мне на самом деле непонятен и в каких-то проявлениях смешон, наверное, так сказать. Итак, что же такое серый випогран? Это гранулы двух таких вот цветов. По цене они стоят, если, естественно, брать с ведра, выйдет дешевле. Если с ведра 10-литрового отсыпать, порядка 13-16 рублей за 10 грамм. То есть это средний ценовой диапазон получается. Что же нам расскажет состав? Состав здесь неимоверно просто богатый. Это реально состав, которым можно гордиться. Но на первом месте идет кукурузный крахмал, дальше пшеничная клейковина и только потом рыбная мука. И плюсом ко всему здесь есть еще пшеничная мука, пшеничные зародыши, дрожжи, то есть зерна здесь полным-полно. Но ко всему этому есть и растительное сырье. Люцерна, крапива, петрушка, мононолигосахариды, которые отвечают за пребиотические свойства, водоросль, гематококус, чеснок, который отвечает за иммунитет. И в принципе здесь растючки вообще полным-полно. То есть реально крутой состав. Несмотря на то, что на первом месте находится кукурузный крахмал и пшеничная клейковина, благодаря которым, наверное, и проявляются вот эти вот эластичные свойства структуры частиц, этот корм, можно сказать, что реально крутой. Плюсом ко всему здесь есть всяческие витамины, провитамины, добавки, всякие стабилизаторы. Написано, что красители, допустимые в Евросоюзе, присутствуют. Итак, что хочется сказать. Это гранулы. Давайте посмотрим, как они себя будут вести в воде. Добавляем все это дело в стакан с водой. Перемешиваем, но предварительно ждем. Видим, что единицы гранул сразу идут на дно. Это, в принципе, нормально, это неплохо и, ну, и не очень хорошо сказать так. Размешиваем все это дело ложкой. Видим, что, в принципе, вода прозрачная, но в воде плавает мельчайшая вот эта вот муть из частиц. Это, друзья, минус. Почему? Потому что вот эти вот крупные частицы, естественно, их рыба видит. А с мелкой пылью-то что делать, друзья? Друзья, она так и будет барахтаться по толщам вашего аквариума, оседая где-то на фильтре. Да, может быть, креветки там их обнаружат, улитки их там слижут, съедят. Но если их нет, то есть куда вот эта вся пыль девается? То есть немножко баллов мы в этом моменте скинем. Посмотрим, давайте, как будет есть этот корм рыба. Этот легендарный, популярный, как написано на упаковке, корм. Но увидим, что рыба, в принципе, интересуется, но не так, что прям, ох, это супер-мега-корм. Не сказать, что рыба к этому корму не подходит. Нет, проявляет все-таки какой-то интерес, но я бы поставил здесь среднюю какую-то оценку, потому что видали мы корма и покруче, чем серый випогран в плане поедаемости. Переходим к выставлению оценок. По составу однозначный лайк, потому что состав здесь прозрачный, в составе указано четко то, что на упаковке корма расписано, то есть пребиотические свойства, это по факту есть. Я бы еще и написал, что иммунитет усиливает. По цене средний ценовой диапазон, то есть это недорого и недешево. По поводу качества тоже среднюю оценку влеплю, потому что немножко пылит. Поедаемость тоже средняя, потому что корм, мы видели, что некоторые корма едятся и лучше, чем вот серый випогран. И от меня поставлю лайк, потому что состав реально просто крутой и поражает воображение. В целом, опять-таки, это основной корм с реально подтвержденными, реально расписанными ингредиентами, которые отвечают за свои магические свойства. Всем рекомендую, всем советую. Обязательно пишите в комментариях, кто кормит этим кормом. С вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья!